Всем привет! Сейчас я хочу вам рассказать про такой свой очередной неординарный, может быть, заказ. Приобрела себе такую кофту Faberlic'е. Я даже еще этикетки не убрала. Вот, получается, это у нас 42 размер. Сейчас я вам покажу, как он на меня смотрится. Получается, здесь так вот под горлышко немножко. Сейчас я постараюсь сделать так, чтобы меня было максимально видно, и покручусь. Вот так со спины смотрится. Здесь есть карманы. Вот два кармашка. Она очень теплая, очень мягкая. В ней удобно двигаться, поднимать руки, делать зарядку. Вот. Цвет клюквенный. Называется толстовка из мягкого плюша на молнии. По поводу ухода указывается машинная стирка деликатная при 30 градусах. Не отбеливать, сушить вертикально. Профессиональная сухая чистка, не сушить в барабане. Сначала я переживала по поводу того, что вот этот ворс, он будет слишком длинный. На самом деле нет, очень адекватная длина этого ворса. Когда я получила его на пункте выдачи, я сразу же посмотрела, визуально произнесла «Yes!». Он такой, как я хотела. Вот эта вот бумажка, она снимается, просто я еще не сняла ее. Я очень долго искала видеообзоры и отзывы, прежде чем заказать эту кофту себе, но я не нашла ни одного текстового даже отзыва, обзора, видео тем более. Может быть, они где-то есть, но они где-то очень глубоко спрятаны, я их не нашла. Поэтому я все-таки решилась ее приобрела. Вот она сейчас на мне. Решила сделать отзыв, чтобы он все-таки был. И у людей была возможность, прежде чем заказать, посмотреть, как это смотрится на других и узнать их впечатления. Вот. Пока-пока!